Больше новостей, которые оказывают влияние на каждого из нас, на нашем сайте. Ссылка в описании к этому видео. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай показал свою решимость противостоять сепаратистским действиям и провокациям внешних сил, направленным на независимость острова Тайвань. «В ответ на сепаратистскую деятельность, направленную на независимость Тайваня, мы решительно вели масштабную борьбу против отделения и вмешательства», сказал он на церемонии открытия 20-го съезда Коммунистической партии Китая. Накануне официальный представитель 20-го съезда Коммунистической партии Китая Сунь Ели заявил, что КНР не исключает применение силы для решения тайваньского вопроса, но лишь против сторонников независимости острова и вмешивающихся извне сил. Отношения Китая и Тайваня обострились летом 2022 года. Ключевым эпизодом стал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, которая прибыла туда выразить свою поддержку местному правительству. КНР выразили протест и приступили к проведению военных учений.